Частичная мобилизация в Приморье завершена. Все мероприятия по набору в войска военнослужащих, находящихся в запасе, остановлены еще 31 октября. Военкоматы прекратили выдачу повесток. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяка. Хочу довести до вашего сведения завершение в Приморском крае частичной мобилизации, объявленной указом президента 21 сентября. Министерство обороны России 31 октября объявило о том, что в стране для прохождения военной службы призвано 300 тысяч человек, и в связи с этим прекратились все мероприятия, организуемые военными комиссариатами совместно с региональными властями по призыву на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Хочу отметить, что президент России Владимир Владимирович Путин передал всем военнослужащим, которые начали и пошли защищать суверенитет страны, слова благодарности за верность долгу, родине, за патриотизм. В соответствии с указаниями Генерального штаба подготовки и вручения повесток по частичной мобилизации прекращается. Тем не менее, те, кто желает поступить на воинскую службу по контракту или в добровольческий отряд, могут обращаться в военкоматы по месту жительства.